сегодня я провожу еще один обзор распаковки товаров из магазина Мылоок. Сейчас покажу вам содержимое коробочки. Сверху, конечно же, мы видим накладную. Так, и под ней мой заказик. Сразу говорю, люфу я специально размочила в горячей воде, чтобы показать вам, какой она приобретает форму, потому что изначально она приходит плоской. Не пугайтесь, все вот, как видите, поправимо. Так, что тут у нас дальше? Начнем с больших ведер. Это кокосовое масло, 500 грамм. Обожаю его. Так, здесь у нас кремообразная мыльная основа, подкупила 200 грамм. Вот в таком виде приходит. Тут так все пахнет с коробочки. Масло виноградной косточки в пластике, в темном. А здесь у меня немного мыльной основы прозрачной английской. Формочка, шоколадка пластиковая, вот такая хорошая. Еще есть формочка массажной плиточки. На сайте их три вида, насколько я помню. Это вот я последнюю уже купила. Будем творить. Так, вот замечательная силиконовая форма мандаринка. Скоро Новый год. Пора закупать. Ой, не могу насмотреться. Пора закупать новогодние аксессуары. Вот бумажный наполнитель для коробочек. Так, 20 грамм здесь. Я еще закажу позже древесный. На самом деле на сайте очень большой выбор. На любой вкус. Так, здесь у нас масло ши. Рафинированное 100 грамм. Тоже видите вот в такой коробочке. Так, целый пакет бутылочек по 200 миллилитров, вот, с крышечками, так. Вот такие крышечки, так, вот такая, отлично, достаем. Что тут у нас маленькая затерялась? Так, это моя гиалуроновая кислота. 1 грамм, низкомолекулярная. Вот в таком виде приходит порошочек. Смотрим дальше. Здесь всевозможные ленточки мне на коробке подарочные. Распаковывать не буду. Вот такие. Так, эластин 25 миллилитров. Пластик темный. Дальше. Это у нас воск пчелиный, натуральный. 50 грамм. Так, горчичный порошок, горчичный скраб. Вот такая вот красотень. Палавакс. Это эмульгатор. Такими вот приходят шариками. Видно. Вот. Тут у меня один пакетик, не буду все доставать. Глина голубая с ламинарией. Так вот выглядит. Есть еще глина розовая. Только в меньшем объеме я заказываю. Так, ну и здесь все тоже половаксы и глины мои. Смотрим дальше. Ой, здесь, как всегда, самое вкусное, наконец, отдушки и красители. С этого пакета пахнет то ли абрикосом, то ли персиком. Вот как раз я достала персик. Ой, да, восхитительный вот персик, всем советую. Здесь у меня много всяких отдушек, и российские, и французские. Каждый по-своему хороши. Также вот решила попробовать такие новые красители. Вот морской бриз. Еще какой-то тут у меня. Вот и оранжевый. Так вот. Это пигмент. Вот такая посылочка. Всем советую. В общем, этот магазин
Ссылочку оставлю в описании к видео. Всем удачных покупок! Пока-пока!